Резкий всплеск числа желающих сделать прививку от ковида сегодня наблюдался на Кубани. Сразу в нескольких крупнейших торговых центрах Краснодарского края выстроились долгие очереди за порции заветной вакцины. С чем связана такая активность? Острая необходимость, желание обезопаситься или тренд на здоровый образ жизни, выясняли наши корреспонденты. Сегодня в Краснодаре сотни людей выстроились в очереди. Привиться от коронавируса можно в нескольких местах – поликлиниках, ФАПах. Пункты вакцинации работают и в торговых центрах. Это сделано для комфорта и скорости процесса. Но сегодня особый случай – резкий наплыв желающих получить защитную прививку. Она досталась каждому, но не сразу. Многие дождались заветного укола после часового стояния у дверей кабинета. Побольше бы таких, не было бы такой очереди. А сегодня большая очередь? Да? Сегодня безумно большая очередь. Я здесь уже 2,5 часа. Первый раз я была здесь 15 минут. Это очень плохо. А почему ажиотаж? Не знаю, в средствах массовой информации услышали, от соседей услышали. Ну, решили привиться, чтобы быть здоровыми, не рисковать ни с собой, ни с семьей, ни окружающими, ни соседями. Скорее всего, времени не было. И пришла сама к тому, что я хочу это сделать. В первый раз резкий всплеск числа желающих вакцинироваться отмечали после того, как прививку сделал президент России Владимир Путин. Сегодня многие говорят о том, что само время показывает – это необходимость. И мыслящих в таком ключе в крае все больше. Столпотворению прививочных кабинетов наблюдали сегодня и в торговых центрах в Сочи. В настоящий момент я привела свою дочь, ей 19 лет. Вчера она защитила дипломную работу. Раньше не могла сделать, когда сделала я. Поэтому я считаю, необходимо делать всем. Вторая прививка, и у меня с госуслуг пришло уведомление. А, у вас вторая. Все просто. Ну, вот смотрите, в пятницу записалась на прививку, в поликлинику. Сказали во вторник прийти, во вторник пришла, сказали, прививок нету. Всего 20 доз дали. 20 на всю поликлинику. Даже не предупредили, что не приходите, сидите дома. А здесь вот уже стоим, ну, больше часа стоим. Ну, дай бог, если достанется. Вакцин хватило на всех. Кроме того, можно было выбрать одну из трех. Как отмечают эксперты, вакцинация становится все более активной, потому что растет доверие к отечественным препаратам. Они доказали свою эффективность в лабораторных условиях и смогли стать надежной опорой для иммунитета. Оксана Андренко, Людмила Юдина, Сергей Целиков, Александр Сарачан, Кубань 24, Краснодар, Сочи.